По данным компании TNS Украина, это чрезвычайное происшествие привлекло наибольшее внимание интернет-пользователей. Очередное трагическое ДТП увидела автодорога Киев-Ковель. Возле села Ивановка в Ровенской области мгновенно не стало целой семьи – супругов и их 7-летнего сына. По вине водителя их Мазда столкнулась с грузовым автомобилем МАН и такого столкновения не выдержала. Водитель не справился с управлением, не выбрав безопасного направления движения. Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН с полуприцепом. Водитель грузовика отделался незначительными повреждениями и после осмотра врача его отпустили. А владелец легковушки и остальные пассажиры погибли на месте происшествия. У Мазды номерные знаки Федеративной Республики Германии, но пострадавшие – украинцы. Правоохранители установили, что 55-летний мужчина – уроженец Черкасской области, а его 46-летняя жена – киевлянка. Но с апреля 2004 года они приняты на учет Генерального консульства Украины в Мюнхене, куда не доехали пострадавшие, среди которых ребенок, где они проживали, где работали и другие обстоятельства аварии, следователи выясняют до сих пор.